вообще? Минус 3. Зачем нам море, зачем нам лето? Когда есть лыжи и много-много снега. Новый год не за горами, сноубордисты тоже с нами. Что с горы рассвет ветерком, мчатся с радостным лицом. Лыжи, 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 лыжи. Солнце снегом землю лижет. И под белым снегом слышишь, станем мы немножко ближе. Отдыхаем хорошо на горе под горой. Лыжи, 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 лыжи. Солнце снегом землю лижет. И под белым снегом слышишь, станем мы немножко ближе. Куда идем-то? А потом мы на теплоходе. Пузикова, давай справляйся. Я не знаю. Все-таки чем коричневый от белого чая отличается? Я тебе напишу обо всем, как кружится февральский снег. И как утром, проснувшись днем, мы оставим свой лыжный след. Напишу, как от долгой зимы я устану, но это не в счет. Ведь еще не привыкли мы, и дорога нас вдаль зовет. Тонкой лентой за перевал, растворившись в полярном дне, уведет край заснеженных скал, свою душу открыв тебе. Может, я неправильно жил, отдавая всего себя, и вершины, что я любил, были больше, чем ты и я. Я тебе напишу обо всем, словно каясь в своих грехах. Вот уж ночь золотится днем, раздувая рассвет в горах. Тонкой лентой за перевал, растворившись в полярном дне, уйдет край заснеженных скал, свою душу открыв тебе. Может, я неправильно жил, отдавая всего себя, и вершины, что я любил, были больше, чем ты и я. Может, я неправильно жил, отдавая всего себя, и вершины, что я любил, были больше, чем ты и я. Были больше, чем ты и я. И самый красивый девчонки на свете. Важнейшим из искусств для нас является тепло и цирк. Да. А мы здесь клоуны. Смотрите, это специально разработанный логотип ТДК. Опа. Да. Ничего себе. Это эмблема нашего домика. Да, вышита специально для дизайнера Данисима. Рекомендую. Это лучший разработанный. Салатик.
салатик. Ножик есть. Вот так вот, раз. Кружка минералки. Девчонки, по маменьке родной, по средним привет. Не отдыхали, а зачем ездили сюда? За пивом. За пивом? И что, много-то пива нашли? Да.